На портале «Добродел» с 11 мая по 6 июня проходил сбор предложений по выбору региональных лесопарков для благоустройства в 2022-2024 годах. Главная особенность – обновление зеленых зон, минимальное вмешательство в природу. При этом посетители парков смогут кататься на велосипедах и лыжах, пользоваться прокатом спортивного инвентаря и многое другое. В течение месяца жители Московской области оставили на портале более 65 тысяч предложений и комментариев.